Билл Вильямс, торговый хаос, бред и зомбирование. Это книга зло. Вторая часть. Меня зовут Игорь Яковенко. Вы находитесь на канале IPTV Online. Почему данную книгу я называю книга зло? Сейчас я вам объясню. Много лет назад, когда я был еще молодым пацаном, прошу прощения, уже парнем, 20-25 лет, мне пришлось столкнуться с одной женщиной, целительницей, бабушкой, которая решает подобные вопросы. Я не буду сейчас оглашаться, какие проблемы у меня были. Это касается меня такого одного. Но то, что в конце она мне сказала, меня несколько смутило и повергло в шок, наверное. Ну, во всяком случае, заставило задуматься очень серьезно над этой фразой. Сейчас я вам скажу. Так вот, эта женщина, бабушка, сказала мне такую фразу. Такую мудрость. Там, где просто ангелов войско, а где мудрено, нет ни одного. Вдумайтесь в эти слова, и со временем вы поймете, в чем заключается смысл. Но чтобы вас не напрягать дальше, я своими словами, простым языком вам объясню, что это значит. Действительно, там, где просто ангелов войско стоит, и все проблемы решаются быстро. Где мудрено, там нету ангелов, соответственно, их место занимают совсем другие сущности. И эти проблемы не решаются, а запутываются еще дальше в глубокий клубок. Вот к чему я веду. Торговый хаос именно является запутанным клубком. Запутанным клубком именно для тех начинающих трейдеров, у которых уровень интеллекта не соответствует уровню интеллекта Билла Вильямса. То есть, чтобы понять данную книгу «Торговый хаос», вы должны обладать интеллектом на уровне интеллекта Билла Вильямса. Что он подразумевает, его намеки, к чему эти всякие изречения, его домыслы, его парадигмы и так далее. Если вы данным интеллектом не обладаете, данная книга принесет вам зло. Другими словами, она вам делает просто убытки. И в качестве подтверждения моих слов приведу фразу знаменитого трейдера, иммигранта советского Александра Эльдера, психолога, который тоже зарабатывает деньги или зарабатывал уже, или зарабатывал, а не зарабатывает. Я не знаю, чем он сейчас занимается. Вот. Но то, что он сказал, меня тоже повергло в шок. А именно, ваша стратегия торговли должно поместиться на обратной стороне почтовой марки. Все видели, каких размеров почтовая марка? Видели, да? Ну, кто не видел, скажу. Это 1 сантиметр на 1,5 на 2. Размер клочок бумажечки. Клочок, даже не фантик. Конфету невозможно обмотать этой почтовой маркой. И на этой почтовой марке должна быть написана ваша стратегия торговли. Торговый хаос, точнее книга Билла Вильямса «Торговый хаос» занимает 146 страниц. Страниц бреда и всякого зомбирования. Какой-то истории, каких-то философских размышлений и так далее. Не нужно. Трейдеру нужна простота. Данная книга «Торговый хаос» может занять от силы 10-15 страниц ценного материала. Все остальное – пурга, туфта. И ненужная гремучая смесь, которая просто уводит в сторону мысль трейдера. Запутывает его. Поэтому мое личное мнение, что это книга зло для тех новичков, для тех людей, которые начинают понимать, пытаются понимать финансовый рынок и читают данную книгу «Торговый хаос» Билла Вильямса. Для них эта книга может стать зло, они будут терять просто деньги. Вот то, что я хотел сказать. Начнем, продолжим точнее. Часть вторая. В первой части мы остановились на этой странице. Вот. И теперь продолжаем дальше. Теория хаоса, новая парадигма для торговли. Цель понимания, получить более точное понимание хаоса и фрактальной геометрии. У меня сразу же возникает вопрос, зачем трейдеру понимать точное понимание хаоса? Что это даст? Фрактальная геометрия. Ну, смотрите, в школе мы изучали геометрию. Ответьте на этот вопрос. Всем ученикам пригодилась в жизни геометрия. Я скажу от себя. Двум-трем людям, которые стали инженерами, пригодилась геометрия.
или которые занимаются, люди, которые занимаются каким-то строительством. Вот. Тоже нужна геометрия, чтобы вычислить площадь, провести диагонали, ну и так далее, и так далее. Не буду сейчас в это углубляться. Вот. Но школьникам всем не нужна, по большому счету, эта геометрия. Эта геометрия нужна только для того, чтобы как бы получить общее развитие об этом предмете. Смотрите, мы трейдеры, начинающие трейдеры, которые пытаются понять финансовый рынок. Зачем нам фрактальная геометрия? Вот это он здесь расписывает предысторию этой фрактальной геометрии, как она зарождалась, вот, как ее можно применить. Потом приводит, как он ездит на машине. Тут встретил женщину, она ему сказала на ходу: ты барол. В ответ он крикнул: ей свинья. То есть приводятся такие изречения мышления, которые, как бы вам сказать, с одной стороны, они интересны узнать, если мы, допустим, хотим почитать какие-то приключенческие истории. Но в данном случае мы читаем данный труд Билла Вильямса «Торговый хаос» с надеждой и с целью потом после прочтения понять финансовый рынок. Он здесь расписывает всякую фигню, вот, от порядка хаоса, приводит вот эти берега, как эти берега, какую имеют окружность, как измерить окружность этих берегов. Зачем мне трейдеру эти берега? Затем дальше идут там деревья, дальше сейчас посмотрим. Вот. Потом маятники он тут приводит, колебания маятника. Вот идет фрактал. Что вам даст сама такая картинка? Ровным счетом ничего. Вот это все ровным счетом ничего. Вот фрактальное дерево. Ну, вы узнали про это фрактальное дерево. Что дальше? У нас что, на финансовых рынках, на графиках получаются такие фрактальные деревья? Зачем? Зачем эту информацию в таком труде вдалбливать трейдеру? Зачем она? Я вот не понимаю в этом смысла. Вот это не нужно. Вот. Четвертая глава, да? Цель — постигнуть энергетику рынка, структуру структур. Два типа основной структуры. Какие громкие названия. И ровным счетом идет опять всякая фигня. Вот, идет всякая фигня. Я не хочу просто сейчас терять свое время и задерживать время ваше, потому что здесь не о чем говорить. Вот. Если захотите почитать «Торговый хаос», я вам сразу скажу, вот это все пропускаете. Я вам скажу, где начинается уже более-менее какая-то ценная информация. Так, пятый, да? Изучить пути развития от новичка до эксперта с целью применить их до становление успешной торговли. Ступенчатый путь прибыли. Ступенчатый путь. Да никаких ступенек я здесь не увидел. Затем уровень первый. Новичок. Уровень новичка. Цель — не терять деньги, приобретай опыт. Инструменты. Осцилляторы, объемы, МФИ, окна профитюнити, подушка безопасности. Вот. Опять же. Ровным счетом здесь он просто по бла-бла-бла, блин. Пошли дальше. Продвинутый начинающий трейдер. Цель — регулярно получать прибыль. Опять идет бла-бла-бла. Бла-бла-бла. И теперь смотрите заключение, как он пишет. Уровень, цель, инструменты. Новичок. Вот. Не терять деньги при получении опыта и инструменты. Эксперт. Торговать состоянием разума. Вы что-нибудь понимаете в этом? Торговать состоянием разума. Ваше собственное личное состояние разума. Биологическое программное обеспечение. Мне вот это ровным счетом ничего не дает. Вообще ничего не дает. Уровень, умение. Торговать используя собственного уровня убеждений. Левое полушарие мозга, сердце, правое полушарие мозга, телеграф. Ё-моё, какой бред, блин. Зачем мне вот эти такие психологические установки, которые он здесь дает? Мне нужны простые способы, методы для того, чтобы определить, куда движется рынок и куда открыть свой уровень. Пример. Вот у нас график. Это фунт-доллар. 15 график, я смотрю, да? Мне на 15 график ничего не понятно. Я перехожу на часовик. Вот. Здесь уже кое-что вырисовывается. У нас здесь прошел пробой тренда. Мы вышли из треугольника. Вот смотрите, какая уже получается информация. У нас было два ложных пробоя вниз. Вот. Два ложных пробоя вниз нас образовало. Значит, рынок вниз не хочет идти, раз он образовал эти два пробоя. Но он пошел вверх.
Следовательно, его цель идти вверх. Фунт будет дорожать, доллар, соответственно, будет дешеветь. Но этой информации мне недостаточно. Я иду на дневной график и смотрю, да, рынок как бы вот здесь у нас развернулся и топает вверх. Медленно топает вверх. А теперь, учитывая то, что происходит в США, в Америке, вот, тоже нетрудно догадаться, что доллар будет падать. Возможно, со временем вот, предсказатели говорят, что доллар, как сама валюта, может просто исчезнуть. Но это уже как бы глобально, я не хочу сейчас уже вас этим грузить. Ну, вот здесь мне уже понятно, у нас уже здесь прошел пробой тренда. Вот. Посмотрим теперь недельный график. Переключимся на линейный график. Вот, на линейном графике не видно, что рынок все-таки намерен идти вверх. Все должно быть просто. Как пишет Александр Эльдер, ваша стратегия торговли должна поместиться на торговый маркет с обратной стороны. Все. Зачем нам вот это всякое бредятина? Получается, что я со своими знаниями до сих пор на первом уровне, понимаете как? Я новичок, я до сих пор новичок, потому что я использую объемы, я использую подушку безопасности, я использую уровни сопротивления, поддержки и другие кое-какие свои штучки. А, нет, я продвинутый начинающий, потому что я тоже иногда использую волны Лиота, когда я вижу эти волны Лиота и фрактал. Все. Но я не компетентный, у меня нет умений, я не эксперт, представляете? Я остался на втором уровне вот, за 10 лет. И уверенно получаю прибыль. И чтобы мои слова не были малословны, я сейчас приду, покажу вам прибыль. Вот у меня получилось прибыль по нефти. Вот. Я здесь показываю, каким образом я ее позаработал. Я здесь, как видите, вижу, построил средний скользящий треугольник. Все. У меня есть свои формации, свои модели. Вот. То, что я увидел на рынке, если я увидел что-то свое, то, с чем я пришел на рынок с опытом и наработками, которые дают мне 100%, я их использую. Зачем мне забивать о той туфтой торгового хаоса, который закручивает и непонятно к чему ведет? Стратегия должна быть простой. Вот она, простая стратегия. Я реально показываю, что вот здесь у меня получается прибыль. И здесь вот до сих пор он теперь приводит вот этот один бар. Что значит этот бар? Открытие его, закрытие, высокая цена, низкая цена. Да это все, это относится, вот это все. Так. Вот это все, это элементы технического анализа. Зачем мне вот это все читать в этом торговом хаосе, когда изучая торговый хаос, я уже должен знать, что это означает. А он здесь теряет свое время, мне и наше тоже с вами, рассказывая про эти бары, блин, сколько всякой туфты и лажи, блин. Как они открываются вверху, как они открываются внизу, блин. Это элементы технического анализа. Прочитайте малую энциклопедию трейдера и вы поймете эти бары, блин, как они открываются, закрываются, что они означают и так далее. Теперь вот здесь график показывается. Непонятно. И вот приводится индекс облегчения рынка. МФИ. Его знаменитый МФИ. Куча формул. Да, когда вы изучите эти формулы, да, ребята, вы будете зарабатывать миллионы. Да ни хрена вы не будете зарабатывать. Если бы так просто было, бы изучить эти все формулы и применить их. Почему же великие математики изучают эти формулы и знают эти формулы? Не стали миллионерами. А сидят в этих институтах, штаны последние протирают. За копейки. Ну, сейчас они взятки берут, конечно. Затем идет приседающий диковый объем. Подушка безопасности. Вот. И начинается опять этот же бред. Я вожу машину более 45 лет. И ни разу не было аварии вызвана собственная неосторожность. И он тут расписывает, как он ездит, почему он попадал в аварию. Что он делает, зачем это все, зачем. Вот. Вот опять что-то непонятное такое. Я не пытаюсь теперь, как говорится, уговорить вас в том, что эта книга зло. Я высказываю свое мнение прежде всего. Вы можете с этим мнением не согласиться, у вас может быть свое мнение, потому что люди разные, у каждого свой интеллект, свое понимание рынка, свое понимание данной книги. Но лично для себя я в этой книге
ничего хорошего не нашел. Я работаю совсем по другим стратегиям, совсем изучив другие книги. И скажу более того, за 10 лет я перелопатил, проанализировал около миллион графической информации. Это касается фондового рынка США, фьючерсов и прежде всего рынка Форекс. Сюда же идут и индексы SP 500, вот, и нефть. Вот, когда вы сами перелопатите хотя бы 1010 графиков, 1010, и найдете на этих графиках какие-то закономерности, ребята, вы начнете получать профит. А фишка интересная состоит в том, чтобы не постоянно торговать, а находить именно момент, который показывает действительно, куда рынок идет. Понимаете, что? Раньше я торговал постоянно, это скальпировав рынок, минутка, пятиминутка. Потом я пришел к выводу, что на графике должна сформироваться модель. Теперь вот мы пришли к волновому анализу. Ребята, если вы надеетесь, что у вас вот такие волны будут на графике, то можете забыть за финансовый рынок. Это идеальные волны Эллиота. И таких волн Эллиота на рынке вы можете увидеть раз в 3 месяца. Вот такие идеальные волны. В основном волны идут вот такие какие-то карикатуры. Туда, вниз, вверх. Вот, непонятные волны. Разобраться вам, как новичку волнового анализа, будет нелегко. И скажу по большому счету, вы не разберетесь в волновом анализе. Потому что даже трейдеры-профессионалы, и те избегают волнового анализа. Они ищут более простые стратегии, нежели считать эти волны. Вот. Была одна волна, но в этой волне вот еще 3 волны. Это все идеальная волна. Потом пошла коррекция вот такая. И снова пошла другая волна. Это все, это он показывает, какие бывают идеальные волны. Но на рынке таких идеальных волн бывает. Они бывают, но бывают очень редко. Очень редко. Затем он тут пишет, где, в каком месте необходимо нам открывать короткую позицию. То есть у нас была первая волна, произошла коррекция. Вот сейчас немножко вот так будет. Вот была первая волна, затем у нас произошла вот такая коррекция, которая выражена одним таким, одной волной. И вот здесь, на этом уровне, мы должны заходить, чтобы уже поймать третью волну. Третья волна, она самая длинная, самая высокая и дает самую большую, или как он пишет, Вильямс, самую обильную прибыль. Здесь очень все красиво написано. На практике далеко все не так. Вот эта третья волна. Вот первая волна. Коррекция. И пошла третья волна. Самая обильная прибыль. Затем он тоже пишет, что четвертая волна это не может быть ниже первой волны. Вот, вот это интересный момент, который эта четвертая волна не должна быть ниже. Не должна, повторяю, это не закон, не аксиома, потому что она может быть ниже. Но он пишет, что она не должна быть ниже. И затем идет пятая волна. Пятая волна не такая длинная, она может быть чуть-чуть это самое выше вершинки, это и все, и начинается коррекция такая. Но разобраться в волновом анализе вам, как новичку, будет очень и очень сложно. Вот. Смотрите, какие волны, да? Так, сейчас я уберу это лишнее. И мы с вами посмотрим на эти волны. Удалить. Вот. Если вы торгуете по дневному графику, вот. Допустим, вы не хотите торговать ежедневно, вы хотите открыть позиции и пускай на неделю торгуется месяц, два, три, как инвестор. Вот. Вот исходим из этого. Где вы сейчас какую волну здесь видите? Вот у нас рынок идет в таком флете. Где вы будете входить? Непонятно. Абсолютно непонятно. Считать это первая волна. Давайте будем считать эту первую волну. Вот она, первая волна. Это у нас коррекция произошла. Вторая волна. Получается, это третья волна, да? Но она чуть-чуть коротковата. Что? Вот четвертая волна. Но эта четвертая волна, что у нас получается? Она ниже первой волны. Значит, уже у нас получается сбой. Неправильно.
Перейдем на более-меньший там тайфрейм. Здесь как считать волны? Здесь тоже непонятно. Вот как здесь считать волны? Где тут первая волна, где вторая волна? Кто-то скажет, что вот-вот может быть первая волна. Затем была такая коррекция, вторая волна. И это у нас третья волна. Вот третья волна. Хорошо. Что мы будем делать в этой ситуации? Открывать, допустим, здесь вверх тоже неизвестно. А вдруг это конец уже третьей волны? Потому что она слишком очень длинная. Очень длинная. Ой, давайте вот так поставим. Вот. То есть она, эта волна, смотрите, пробила уровень 1.61.8, 2.61.8. Смотрите, она уже куда добралась. Она очень высоко добралась. Поэтому открывать вверх, вот, допустим, я бы побоялся. Потому что, возможно, на этом уровне вот здесь произойдет разворот тренда. Вот рынок пойдет флетом вот так, или же начнет падать вниз. Да, дневной график у нас показывает вверх. Но это... По дневному графику, да, видно, что рынок идет вверх. Что мы опять делаем? Смотрим по пробою тренда. Опять я прихожу к выводу, что лучше рисовать линии уровня сопротивления и поддержки и дальше же определять, куда рынок движется. Вот. У нас здесь прошел пробой тренда, рынок пытается идти вверх. Но я бы здесь не открывал. Я бы вот, честно, выжидал бы, что бы здесь будет происходить. Идем дальше. Вот, теперь он здесь предлагает нам 5 волшебных пуль. Это дивергенция, это размещение внутри целевой зоны, формирование фрактала на вершине внизу. Вот. И один из трех наивысших низших баров приседающих. Дальше 5. Это изменение в направлении моментума в индикаторе Profit Unity. Схождение, расхождение средних скользящих MACD. Я не скажу, что вот эти 5 пуль не работают. Я скажу по-другому. Этих 5 пуль недостаточно. Лично у меня не 5 пуль, а 11 пуль создан для того, чтобы я начинал понимать о развороте тренда. О том, что импульс вверх уже теряется и рынок собирается развернуться. Повторяю, у меня лично 11 пуль, а он приводит всего 5. Этих 5 пуль недостаточно. Недостаточно. Теперь дальше снова идет у нас волновой анализ, в котором новичку будет очень и очень сложно разобраться. Он будет читать этот волновой анализ и 3, 4, 10 раз, потому что здесь очень все сложно. Для тех, кто первый только начинает понимать этот технический анализ. Я не говорю, что вы не осилите, что вы не поймете. Все зависит от вашего уровня интеллекта. Затем у нас рассказывают, какие бывают коррекции зигзагообразные. Вот. Я вам советую коррекцию 2-4 волны. Это коррекция. 2-4 волна — это коррекция. Я вам советую не изучать вот здесь, в этом втором хаосе, а смотреть самим. Вот открывать, брать график. 15-минутный, допустим, тайфрейм или 5-минутный тайфрейм. И смотреть, как происходит коррекция. Сейчас я вам проведу пример. Вот у нас была коррекция. Вот у нас была коррекция. И что мы здесь видим? Мы видим, у нас движение было сначала вниз, вверх, вниз. И этот бар был выше предыдущего. Что говорит о том, что рынок здесь собирается разворачиваться, идти вверх. Вот что вы должны делать. Вы должны эту коррекцию не читать у Вильямса, а на графике смотреть, крутить историю и смотреть, как происходит эта коррекция. Вот еще коррекция. Смотрите, какая она. Раз.
два, три. Опять что мы видим? Видите, смотрите, какую я вам уже подсказку даю. Что этот бар, о, фрактал, бар фрактал, это выше предыдущего. Это первый признак того, что рынок меняет тенденцию. То есть на этом уровне у нас происходит разворот, и рынок собирается снова двигаться вверх. Все должно быть просто, а не запутано, как вот здесь, блин, читаешь, блин, ломаешь себе мозги, блин, выкручиваешь эти мозги. В результате ляжешь и на кровати думаешь, боже мой, я ничего не понял. Так, здесь он приводит расхождение цены, расхождение МФИ. О, ну, это та же дивергенция. Та же дивергенция. Затем приводится график. И смотрите, он уже здесь вот посчитал. Первая волна. Вторая волна. Третья. И в каждой волне опять же, что первая, вторая. То есть в каждой волне есть еще, в каждой волне есть 5 волн, чтобы знали. 5 волн и коррекция ABC. Ну, поскольку вы технический анализ уже изучали, значит, вы это все знаете. Не буду на этом заострять свое внимание. Вот. И еще такой момент, самый интересный, самый жесткий, самый такой хреновый момент, который все трейдеры смотрят видео гуру по Форексу на YouTube, они всегда говорят, слышь, ты умник, на истории любой дурак может показать стратегию. Согласны со мной, да? Что на истории может любой дурак, любой трейдер показать, вот здесь открывайте, вот здесь закрывайте. А ты покажи в режиме реального времени, что действительно образовалась такая тенденция, ты открываешь позицию, и действительно рынок пошел в ту сторону, как и ты предсказывал по своей стратегии. Эта стратегия реально показала твою прибыль. Никто же такого не показывает, а я показываю. А я показываю, у меня есть видеоролики, у меня на канале, в которых показано, где я открыл, почему я открыл, и что рынок пошел туда, туда, куда надо. А он показывает все это на истории. Поэтому я еще раз убеждаюсь в том, что Билл Вильямс, я не говорю, что он не профессиональный трейдер, он заработал состояния большие, но эта книга раздутая, и она слишком здесь много бредовых всяких идей, ненужных мыслей, которых можно просто отсюда вычеркнуть. Вот, 76 страниц. И из 76 страниц более ценной информации мы получили в пределах 6-7 страниц. И начинаются вопросы. Какие три нерушимых правила используются при анализе волн Эллиота? Ну и так далее. Не хочу на этом сейчас останавливаться, потому что время идет. Вот. Что я вам посоветую? Книгу прочитать. Хотя бы для того, чтобы знать, о чем здесь. Может, у вас родятся какие-то новые мысли. Вот, вы добавите что-то своего. Затем вы уже на графике начнете что-то более понимать. Но я бы вам советовал прочитать «Малая энциклопедия трейдера». Там все написано простым языком, доступно и понятно. Самое главное, вдумчиво читать. И те знания, которые писаны в «Малой энциклопедии трейдера», тут же применять, анализировать на графической информации. Чтобы это укрепилось у вас в голове. Вот. Старт, фракталы пошли вот здесь. Сигнал на продажу. Два фрактала назад. Ну вот эти фракталы. Вот у нас образовался фрактал назад. И на пробой этого фрактала мы открываем вверх. И у нас тут что происходит? Стоп. Потому что уже уровень сопротивления. И вот если мы здесь открылись, а здесь закрылись, мы заработали аж 10 пунктов. Ну, в принципе, для скрытой сделки это очень-очень хорошо. Так, дальше. Вот. Вот такую клюшку я тоже могу нарисовать на истории. Что вот здесь нужно бить вверх, и это все летит. То есть он приводит такие примеры, которые, я говорю, 2-3 года вы поторгуете на рынке, и вы таким же станете, извините. Идем дальше. Вот здесь он пишет, где разместить стоп и разворот.
Как он тут использует эти стопы, вот тут, тут так расписано все, это самое, принцип большие пальцы и ну много чего такого, что можно просто тупо выбросить. Можно просто тупо выбросить. Сейчас я вам покажу простой принцип, самый простой принцип, как выставить стоп и что с ним делать дальше. Смотрите. Вот одно из видео, где я показываю. Вот здесь у меня размещен buy order, это индекс SP500. Вот здесь размещен у меня buy order, как вы видите, он размещен у меня на корректор. Изначально стоп ордер у меня был вот здесь внизу, то есть если рынок не пойдет вверх, пробьет нижний уровень, у меня позиция закроет. Все просто, просто. Затем, что я делаю дальше? Вот, рынок у меня пошел вверх. Соответственно, я беру этот стоп-ордер и перетягиваю вот сюда, вот, выше. И зачем мне эти принципы большого пальца и всякое дерьмо? Рынок пошел еще дальше. Я его потом возьму и перетяну сюда выше. И таким образом я буду подтягивать стол до того момента, пока рынок не вернется и мой ордер закроется с прибылью. Все. Просто, просто. Вот еще один пример. Стоп-лосс и где позиция у меня открыта. Да, здесь очень длинный у меня стоп-лосс, и я несколько поздновато зашел. Вот что я делал. Я взял этот стоп-лосс и переместил его вверх. Все, то же самое должно быть делать его. И зачем вот этот Билл Уильямсом рассказывает про эти большие пальцы, запутывает это все. Я этого не понимаю. Идем дальше. Следующая глава, уровень 3, компетентный трейдер. Я здесь ничего компетентного не нашел. Я здесь ничего компетентного, я лично для себя не нашел. Бла-бла-бла. Я насколько просто начинаю понимать рынок, опять он тут приводит эту графическую информацию волнового анализа. Повторюсь, приводит идеальный волновой анализ, который может у вас появиться раз в месяц, это в лучшем случае. Все расписано, все раздуто. Я не понимаю, зачем это все, и вот опять оно все продолжается в таком же духе. Этот волновой анализ. Не, вы это можете почитать для себя, для общего развития, но волновой анализ можно прочитать в малой энциклопедии трейдера и не заострять здесь свое внимание в этом торговом хаосе. Я, честно говоря, думаю, торговый хаос это нечто другое, что-то. Более такое ценное, более простое для понимания рынка. И пошли вопросы, в чем важность постоянного использования, планирования торговли. Какие преимущества использования техники. Какой процент от общего объема контракта до суммы для торговли вы должны разместить. Такие вопросы какие-то. Вообще, честно говоря, не нужен даже вопрос. Где будет ваша остановка и разворот для первой торговли? Я уже показал, как я ставлю свои стопы. Что за 5 волшебных пул? Ну, вот единственный хороший вопрос, это что за 5 волшебных пул? Вы должны из этой книги извлечь. Зачем выводить 2-3 позиции на вершине волны? Да если волна начинает только дергаться, разворачиваться, я уже закрываю позицию и фиксирую прыжок. Потому что за 10 лет я увидел такие развороты, блин, где офигенная прибыль превращается в, блин, убыток. Мгновенно превращается в убыток. Потому что не успел перетянуть стоп-лосс, как рынок развернулся и шарахнул по стоп-лоссу и закрыл с убытком. Вот как нужно работать. Особенно на форексах, на таких рынках, где нету плавности движения. Скачки идут вверх-вниз. Вот. Что вы делаете на конце волны 5? Что вы делаете на конце волны 5? Ну вот для начала вы должны понять, где эта волна 5, чтобы ответить на этот вопрос. Даже я с 10-летним опытом не могу сказать, где эта 5-я волна, потому что это очень слишком сложно. Вот. Дело в том, что это не сколько, это и сложно, и в то же время оно мне не нужно. Я просто нашел простые способы, как получать профит. Отмена по 2 баррам. Опять же, подушка безопасности. Смотрите, что он творит. Короткая продажа. То есть, мы открываем позицию вниз.
Соответственно, где эта подушка безопасности должна быть? Вот здесь, за верхом. А он почему-то стрелкой показывает вот здесь. Какого хрена? Длинная позиция. Вот. Рынок идет вверх. Подушка безопасности. Вот здесь я согласен, да, что здесь ниже этого уровня должна быть подушка безопасности. А здесь что за хрень такая? Когда мы идем короткой, вот где должна быть подушка безопасности. За вершиной. За вершиной. И вот эта графическая информация, которая в книге изложена, она уже собьет с толку любого начинающего трейдера. И не поймет, какого хрена подушка безопасности на одинаковом уровне. Здесь внизу, а здесь получается там, где рынок только начинает двигаться вниз. Вопрос, вопрос. Ритм. Нахрен мне этот ритм? Что он мне даст? Ровным счетом ничего не даст. Мне нужно определить тенденцию рынка, куда рынок движется. И вот, графической информации практически ноль. Несколько графиков и все. Теперь пошли вопросы, как считать отдельные бары, какое направление тренда в текущий момент. Какие хорошие вопросы. Но почему это все не было показано в графических этих картах, так сказать. Примеров мало, слишком много примеров. Вопросов много, примеров мало. Уровень 4. Умелый трейдер. Ничего здесь умелого я не нашел. Опять идут философские рассуждения. Когда вы почитаете книгу, вы опять поймете, что здесь вот идет психология. Психология того, про левое ваше полушарие, правое полушарие, ваше, вот смотрите, три типа строения человеческого тела и характеристики. Зачем нам вот это строение тела? Вот что оно реально даст мне в торговле? Вот это, вот эти знания, что реально они мне дадут в торговле? Я получу благодаря этим знаниям профит? Да ни хрена я не получу. Никакого профита не получу. Эти знания не приблизят меня к профиту. Мне нужно знать, куда собирается рынок двигаться. Вот. На часовике я не вижу. 4 часа. Вот. 4 часа мне уже более-менее что-то показывают. Вот, по фракталу тоже мы пробиваем. У нас произошел здесь пробой тренда. Вот еще один пробой тренда. Мне нужно знать, где рынки развернулись. Вот был хороший момент, где рынок развернулся. Вот что меня интересует. Вот что меня интересует. А не тот бред, который он пишет. Вот что меня интересует. Рынок здесь развернулся, потому что здесь его поддержка. Вот. Рынок здесь развернулся, потому что здесь его поддержка. Когда я ходил в школу, у нас были такие детские шутки. Корова лезет на акацию, потому что там ее гнездо. Смешно? Да. Вот и здесь. Рынок здесь развернулся, потому что здесь его поддержка. Вот и все. Все должно быть просто. Вот произошел пробой тренда. Вот изначально первый у нас был ложный пробой. А затем у нас пошел настоящий пробой. Вот что важно трейдеру знать. А не вот это, что он здесь пишет. Человеческий мозг. Природа сравнения схемы функционирования мозга. Нахрена мне это знать? Как функционирует мой мозг? Что оно мне даст? Оно мне ровным счетом ничего не даст. Вот здесь все расписано, сколько всего всякой. Я не скажу, что эта информация неинтересна. Эта информация интересная. Но эта информация не касается трейдинга. Ну, никаким образом это вас не приблизит, если вы вот эту картинку изучите, поймете, какой у вас мозг. Что с этим происходит? Оно вам не ровным счетом ничего не даст. Это равносильно, что я сейчас жену буду на пальцах объяснять, как водить машину. Понимаете? Я буду объяснять, ты знаешь, у машины есть 4 колеса. Внутри есть руль, коробка передач, есть сцепление, есть газ, тормоз есть. Вот. Надо ключом повернуть зажигание. Что моя жена поймет? Да ровным счетом ни хрена она не поймет. Не, ну учитывая то, что она в машине видела, она, конечно, поймет, что это все существует. Но научить торговать нужно реально показать, что именно, как это все происходит. Практика должна быть. И опять пошли вопросы. Вот, 132 страница. Здесь
Я ж повторяю, я повторяю вам ровным счетом для себя. Вот кроме тех 5 пуль, вот 5 пуль вы можете использовать. Все. Волновой анализ, вы в нем не разберетесь. Вы, точнее, разберетесь в этом волновом анализе, вот здесь, в этой книге. Но вы не найдете эти волны на графике. Чтобы находить волны, нужно обладать очень большим опытом. И знать, что волны Эллиота являются не идеальными. Потому что волны Эллиота еще могут быть во флете. Вот они, волны Эллиота. Сейчас я вам покажу, подождите. Вот. Вот флет идет у нас, да? Нет, вот так. Вот у нас здесь флет. И здесь тоже являются волны Эллиота. И как вы их будете считать, вот во флете эти волны Эллиота? Вопрос? Вопрос. Теперь опять маятник вот это, первого типа. Зачем он мне нужен? Психология, наборы убеждений. Ну, можете это, да. Вот какие убеждения у вас есть. Что-то, может, вы поймете для себя. Программа сохранения. Страх. Структура жадности. Вот. Торговый хаос прочитать для себя в качестве ознакомления, чтобы понять что-то другое, новое, да, можно. Но вот эти 5 пуль, которые он приводит, их можно было поместить на 15 страниц и четко показать на графической информации, как это все происходит. Все. Все, книга закончена. 146 страниц. Есть книги, которых торговый хаос по 200 страниц. Вот. Вы должны понимать, что там шрифт будет просто крупнее. Это не говорит о том, что там больше объем информации. Нет, там шрифт будет крупнее, за счет крупного шрифта получится на 200 страниц. Заключение. Что я вам посоветую? На YouTube у меня есть ролик, сейчас я вам покажу. Итак, это мой канал. Сейчас я вам покажу ролик, который поможет вам понять Форекс. Вот, как быстро понять Форекс. Как быстро понять Форекс. Вот здесь, посмотрите, я даю вам советы, как быстро понять Форекс. Советую вам посмотреть этот ролик, и вы поймете, что необходимо вам, чтобы быстро понять любой финансовый рынок. Я сдаю здесь бесплатные рекомендации. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Желаю вам удачи. Пока.